на пляже. Я себя чувствую шейком. Давай, Юляшка, присоединяйся. Давай, давай, Юляшка. Вот, ребята, местечко супер, потому что здесь вот можно реально полежать, отдохнуть и воздухом подышать морским. Такой вот морской бриз обдувает, очень прекрасно. Мы... А вот такой вот город вечерами бывает. Вот такие вот мусорки, которые, мне кажется, что сюда портят впечатление об нормальном курорте, короче говоря. Вот этот мусорный, нафиг, вот почему никто их не убирает? И по всему, да? Идем по Судаку. И здесь вот, ребята, вот вообще релакс прям какой-то. Вот такие пуфики, подушечки как бы, да? Зона курения, наверное, кальяна, да, скорее всего, здесь какая-то. Ну, ребята здесь вот наслаждаются, отдыхают, там пиландр попивают. Вот здесь сделано. Зона отдыха. А сколько стоит вход? Бесплатно. А, бесплатно, да? Чисто покурить там, пивка попить, да, посидеть. Места свободные, смотри. А-а-а. Уютно, уютное местечко у вас тут. Как называется? Марс. Марс? Это типа что-то улетаем там? Под музыку, да? Классно. А? Да, 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 согласен. У вас прям эксклюзив какой-то. По сравнению по всей набережной прошлись, ничего такого не видели. Не, было что-то похожее в одном месте еще. Есть там дальше. Да, да, да. Но здесь как-то у вас атмосфернее, мне кажется. Прям релакс какой-то. Эксклюзивное местечко у вас нашли здесь, решили зайти только посмотреть. Чай, вы только чай будете? Да, только чай, пиво не пьем. Ребят, у нас просто минимальный заказ получится, ну, за пару там 300 рублей человек, а сейчас примерно 200 рублей. Час? Какой час? Заказ. Нет, на заказ. 200 рублей с человеком. Да. А что там у вас есть-то еще? Покушать там что-то, может, какие-то подушечки, типа буфиков. Вот мы тут пришли. Нет, чай пуэр на ночь, ну нафиг. Да. Потом хрен заснешь вообще, до утра, бля. Короче, заказ 200 рублей с человека, работают они до 3 ночи. Ну вот, в принципе, цены... Нет, пицца. Кухня работает до 3 ночи. А так можно до утра сидеть. Пицца 300 рублей, 400, 350 есть. Цезарь салат, так, с курицей 300, с красной рыбой 350, мой любимый, кстати, салат. Mm-hmm. Чаи имбирные вот 150, в основном все чаи по 150, кроме... Чай-пуэр дороже, 300, короче. Там, да, молочный улун 250, ну, в принципе, цены все приятные. Не, ну, местечко такое, да, впечатляет. Называется Тендерной. Атмосферное местечко. Это, видимо, от того отеля, Тендерной. Марс. А, не, мне девушка сказала, что это Марс. Ну, что будет? Давай пиццу возьмем и чаечку. Какую, с грибами? С грибами 450. Давай, да, с грибами. Она сколько? 450. А там какая еще? Ну, пицца 4 сыра, так, 500 вообще. Маргарита есть за 300, и можно какой-нибудь чай. Какой? Крымский травы. Чай имбирный, асам. Какой-то английский завтрак. Эрл Грей. Давай крымский. Крымский травы? Попробуем крымский, да. Еще крымские травы, блин. Сейчас как раз на ночь расслабимся и пойдем спать. Mm-hmm. Или здесь поспим. Ребятки, расслабляйся. Романтично. Такое место для отдыха и занятия сексом. Да, Юляшка? Как тебе здесь атмосферка? Хорошая, романтичная. Да. Атмосферка супер. Музычка такая соответствующая. Вот там на дальнем фоне уже кто-то чем-то занимается. Похоже, любовью. Не будем мешать молодежам. Нашли суперское место. Прям по набережной идешь и по левую сторону. Если идти в крепости, обалденная, романтическая.
такие вот пуфики мягкие. Самая главная фишка, то что здесь рядышком прям море. Можно заказать кальян. Обалденное место, атмосферное. То, что, ну, я думаю, для молодых пар это будет идеально. Да даже для взрослых людей, которые хотят насладиться шумом волн и провести здорово свой вечер. Да, время уже почти 2 часа где-то, да? Вот так кайфово, да? Шум прибоя. Да, морской бриз обдувает, вообще шикарно. Здесь стоит побывать. Лешка, ну снимай пробу. Принесли салатик, Цезарь. Как он? Все по-ресторанному. Завернуто в салфеточку. Слушай, порция такая большая. Слушай, меня уже одурманивало этим кальяном, бля. Такой легкий релакс. Вкусно? Приятного аппетита. Что еще нужно, ребята? Наверное, в этом моменте и заключается наша жизнь. Между прошлым и будущим есть только миг. И когда лежишь вот так вот на море, дышишь морским бризом, понимаешь, что в мире ничего прекраснее нет. А я? Ты само собой. Кайфовать, отдыхать и спать до самого утра. И не надо никуда нам уходить. Скорее всего, мы так и сделаем, и останемся здесь. Время уже 2 часа ночи. Улетела ты на орбиту, на другую? Прибалдела. Прибалдела? А покатись на подушечку. Все, взлетаем, Люляшка, улетаем. Ну, все, в космос. Давай, падай. Приготовься. Сейчас будет это. Меняться атмосферное давление. Все, помчались, ребята. Раз, два, три. Поехали. Вау. Вау. Спокойной ночи. Позднее время. Я, может быть, накрыли. Молочный ур мы заказали 250 рублей. Салат Цезарь 300. И плюс обслуживание 50 рублей. Того получилось 600 рублей. В принципе, я считаю, для такого отдыха недорого. Кайфанули немножечко. Вот такое кайфовое местечко у нас. На пляже. Вот эта тема, вот эта тема. Красава. Давай, Юляшка, присоединяйся. Давай, давай, Юляшка. Что говорит? Еще, говорит, подсветим.
А, нам бы еще посвятили, мы такой бы сыграли бы. Ну, красава, когда мужик такой с часом его, с бородкой. Я себя чувствую шейком. Хорошо, ритмично двигается девушка. Конечно, это для меня, для кого же еще? Андрей Гудман снимает. Получается набережная Геленджика от набережной Судака вот такими-то еще неприятными моментами. Очень много мусора, кругом бычки валяются. Ну, я считаю, для курортного города это позорище. Вечерняя жизнь. Угу. Так и мусора много. Ну, это, и короче, вот эти вот мешки, вот даже видно, что они мусорки, мало их, да, вот мешки переполненные все. Какая-то фигня. Это вот минусы курортного города Судака. Да. Портит общее впечатление от увиденного. Но природа, конечно, незаменима. Если бы не вот это вот барахло, которое стоит повсюду. Ну, если на этом акцентировать, просто это для тех, скорее. Ну, это для таких, да. Привередливый ко всему. Ну, все равно хочется же, ты отдыхаешь, как бы, да? Хочется, чтобы все чистенько, аккуратненько было. Двери словно... Ребята, неплохо исполняют, короче, вот. Да-да-да-да. Что-то взрыв не получился, походу. Домовая шашка. Не удалась. И гладей готов сделал. Снег и морозы. Лед витрин голубы. Люди украсят наш мой праздник лишь на несколько дней. Хороший баянист у вас. Он, наверное, занимался, школу заканчивал какую-то. Да? Любую песню практически делает. Молодец, вообще красавчик. Вы из Судака? Нет. А из Судака приехали? Да, из Старовского. А куда? Старовского. А, ну это куда? Это где-то далеко, короче. Белгородская область. Белгородская, а, понятно. Ну как вам Судак вообще впечатляет? Конечно. Понравилось все? Да, очень. А еще есть с чем сравнивать с другими курортными городами? Нечего сравнивать, на самом там деле. Дороже, понятно. Дороже гораздо. Волошка тоже. Ну там по природе тоже хорошо. Судак самое лучшее. Самое лучшее, да? А вам? Ну мне тоже так, в принципе, понравилось. Ну, мне кажется, здесь вечером что-то все как-то затухает быстро. Сфоткаешь нас, братан? Давайте. А куда? Отправить потом. Ну, конечно, вот народ, идем, короче, здесь вот такой международный чемпионат по стриптизу скоро будет проходить. Интересно, когда, мы сейчас попробуем знать. А когда будет этот у вас чемпионат по стриптизу? 15 числа. 15? 19. А, 19. Сегодня, Роданчик, уже сегодня 16. А, сегодня 16. Через 3 дня, да? А да, фото и съемка бесплатная там будет. А девушки или... Мужской или... А? И мужской же. Бесплатная фотосъемка? Фотосъемка бесплатная. Стоимость билета по 300 до 500 рублей. В зависимости от расположения стола. Ближе дороже, дальше дешевле. Также есть VIP-места по 600-700 рублей. Это вообще прям вот это как кафе получается там, да? Это ночной клуб. Ночной клуб, да, это вот там. Раньше у вас были приватные танцы? Были. То есть вы профессионал. Значит, должны знать несколько простых истин. Первое звучит следующим образом. Смотреть можно, трогать нельзя. Все, что можно потрогать, девочка вам расскажет во время номера. Я понимаю, что вы не успели отрепетировать. Это террорист. Стоило приехать в Крым. Естественно, пообщаться с белорусской. Так, красиво. Yeah.
встречаемся, движуха бьет ключом, собственно, вот куда мы сейчас зашли, да? Да, вся движуха на Кипарисовалее, классно. Классно. Хотя вот по набережной, как вот в Геленджике принято, да, везде все движение. Тут наоборот все по-другому. Набережная более такая спокойная, там релаксирующая музыка. Ну, в таком местечке, как мы сейчас посидели, очень понравилось. Возле моря. Все, идем до дома, до хаты.